Праздничную акцию, посвященную выборам, организовал махачкалинский филиал Росморпорта. В ней принимают участие работники ведомства и их семьи. Инициатором проведения акции стал центральный аппарат организации. В программе анимационные постановки в исполнении молодых актеров и певцов, праздничный стол для малышей, а также посадка деревьев на территории Росморпорта. Сюда были приглашены члены семьи работников филиала махачкалинского филиала Росморпорт. И для них проведено мероприятие, чтобы они, во-первых, почувствовали свое соучастие к родительским делам. И, во-вторых, чтобы вместе с родителями они могли потом завтра, если получится сегодня, завтра и послезавтра, на участке избирательной комиссии. Наша задача – это быть гражданином при житии и с гражданской позиции выполнять свой долг. И к этому, чтобы приобщились дети наши.